уважаемые друзья, ну вот здесь уже, в принципе, начинается Московский проспект, да? Если я правильно ориентируюсь на местности, вот дорога в сторону Кахетинского шоссе, мосты Варкетильские, Варкетильс Хидеби, дорога ведет наверх, поедешь направо в аэропорт попадешь, поедешь прямо, попадешь в сторону Варкетили, оттуда и в Азисубани, третий массив, Калоубанская, Джавахетская, да, правильно? Или Джавахетская другая. А, поедешь налево, обратно, попадешь на Авлабар, на клуб и так далее. Но здесь я вам хочу показать одну жемчужину, вот эту прекрасную чайку, которая стоит около этого ресторана. Вот, посмотрите, какая красота. В принципе, вот из-за этого я сюда пришел, чтобы показать вам эту машину. Вот она очень гордо, красиво стоит. Небольшой слой пыли на ней, но все равно красавица. Так что знаете, что здесь вот такой вот раритет.